Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Сегодня первый рабочий день в новом году начался с расширенного совещания, которое провел глава республики Рашид Тимрезов. В рамках мероприятия обозначили ключевые задачи и приоритет работы на 2022 год. Наступивший год будет насыщен на события, знаковым и, безусловно, крайне ответственным, отметил глава. Во-первых, мы стоим на пороге столетия со дня образования Карачаево-Черкесии. Весь год будет наполнен важными проектами, социально значимыми событиями и торжественными мероприятиями. Кроме того, мы приступаем к реализации комплексного плана мероприятий в рамках года людей с ограниченными возможностями здоровья, направленного на реабилитацию, лечение, социализацию наших граждан, в первую очередь детей с особенностями развития. Также уже через месяц в Карачаево-Черкесии стартует масштабный проект по капремонту 24 объектов образования. В Карачаево-Черкесии в рамках проведения года людей с ограниченными возможностями здоровья будет реализован комплекс мер. Данному вопросу сегодня было посвящено совещание, которое провел Рашид Тимрезов с участием его заместителя, председателя правительства Ирины Гербековой и министра труда и социального развития республики Руслана Шакова. Они обсудили широкий круг вопросов по обозначенной теме. В текущем году особое внимание будет уделено оснащенности соцучреждений современными средствами реабилитации. Кроме того, Рашид Тимрезов предложил ввести региональные доплаты для медработников, которые работают в соцучреждениях для лечения и реабилитации людей с ОВЗ и с особенными детьми. В республике уже запущена программа, которая позволила предоставить 114 семьям технические средства реабилитации. В 2022 году в Черкесске откроется новый дом-интернат для пожилых и инвалидов на 122 места. Работа по созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья носит непрерывный характер. Мы должны сделать все возможное, чтобы каждый из них почувствовал заботу и внимание со стороны всего общества, отметил Рашид Тимрезов. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 32 829 человек. Из них 29 029 выздоровели, 386 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -2, +3, в горах до 7 градусов мороза, а днем до +12 и местами 0, +5. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0, +2, а днем 9-11 градусов выше нуля. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Продолжаем выпуск. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев встретился с детьми сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Встреча прошла в рабочем кабинете руководителя ведомства за столом с ароматным чаем и сладкими угощениями. Ребята рассказали Олегу Валерьевичу об успехах в учебе, в своих увлечениях и планах на будущее. Глава ведомства похвалил школьников за их достижения, подчеркнув важность всестороннего развития и самосовершенствования. В ходе беседы ребята задавали министру интересующие их вопросы, в том числе об увлечениях вне рабочего времени. Олег Валерьевич рассказал, как служил в армии, как он решил стать сотрудником органов внутренних дел, о том, что профессионально занимается спортом и рекомендует детям развивать свою физическую форму. В завершении мероприятия Олег Мальцев поздравил ребят с Новым годом, пожелал успехов, здоровья, исполнения всех заветных желаний и подарил им подарки.
Обитель веры и духовного воспитания подрастающего поколения. Медресе-интернат Карачаево-Черкесии на днях отметил свой 10-летний юбилей со дня своего основания. В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства республики, мусульманских духовных управлений регионов Северного Кавказа. О деятельности духовного образовательного учреждения подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Несколько дней в рамках празднования 10-летия медресе-интернат Карачаево-Черкесии проходил научно-образовательный форум «Наука, образование, воспитание как важный элемент укрепления межкультурного и межрелигиозного диалога». В торжественной части мероприятия для всех собравшихся был продемонстрирован ролик о становлении и деятельности духовно-образовательного учреждения. От имени главы республики Рашида Темреза поздравил с юбилеем первый заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Хызыр Чеккуев. Примите искренне теплые поздравления по случаю десятилетие со дня образования медресе Карачаево-Черкесии. За время работы медресе грамотный коллектив учебного заведения во главе с директором Мухаммад Хаджи Икеновым на высоком уровне справляется с ключевой задачей образования – воспитать цельную личность с правильными жизненными ориентирами, принципами добра и справедливости, на которых держится ислам. В свою очередь поздравил директор республиканского медресе Мухаммад Хаджи Иркенова, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Он отметил его заслуги в становлении и развитии духовно-образовательного учреждения и наградил орденом за заслуги перед уммой второй степени. За 10 лет деятельности медресе стал не только местом религиозного просветительства, но и стартовой площадкой для будущих имамов и духовных наставников. Когда человек старается, что-то получается. Когда сидишь, плачешь, что ничего нету, ничего не получается, и ничего не бывает. И вот то, что все это сделано, он денег не было. Он брал в долг. Вот эти вот хозяйственные магазины, которые тут, они все пугались его, когда он приходил. Он говорит, запишите, давайте. Отдавали, спасибо им тоже. Находил, отдавал, сделал все это. И вот оглянуться не успели, уже 10 лет прошло. В стенах медресе-интернат Карачаево-Черкесии готовят хафизов-хранителей священного Корана. Медресе воспитывает и прививает вечные духовные ценности ислама подрастающему поколению и сегодня является образцовым духовно-образовательным учреждением в России, отмечали присутствующие на торжественном мероприятии. 10 лет для учебного заведения – это очень большое время. Примерно, если брать по масштабам светского образования, это у вас 4 выпуска магистрантов и 3 выпуска бакалавриата, даже 2 выпуска бакалавриата с половиной. Действительно, то количество выпускников, которые вы сегодня озвучили, это большое количество молодых людей, которые несут те традиции правильного ислама, который необходим для нашей страны, необходим для Северного Кавказа. Медресе-интернат Карачаево-Черкесии был основан в 2011 году. Духовно-образовательное учреждение рассчитано на 60 человек. Здесь получают религиозное образование молодые ребята не только из нашего региона, но и из других республик Северного Кавказа. Основная деятельность медресе направлена на подготовку имам-хатибов, служителей религиозного культа, исламского вероисповедания и хафизов, то есть знающих весь коранический текст наизусть. Также преподаватели медресе проводят обучение с выездом на дом, на место работы и в режиме онлайн. Таких обучающихся у нас около 40 человек. Даже есть, которые учатся всей семьей. Хвала Аллаху, многие из выпускников сегодня уже являются квалифицированными служителями традиционного ислама в самых разных уголках России. За 10 лет из стен медресе прошли обучение около 1500 молодых ребят, получив прекрасное религиозное образование. И сегодня медресе-интернат Карачаево-Черкесии является обителью духовности и религиозного просвещения. Алихан Лепшоков, Зумрат Халкечева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. По приглашению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова республику посетили одаренные дети и воспитанники детских домов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Для них был организован отдых на курорте Архыз, прогулка по региональной столице и познавательные экскурсии к культурным и природным достопримечательностям региона. Подробности расскажет Мурат Джанкезов.
Договоренность о сотрудничестве была достигнута в ходе визита в республику глав трех субъектов с целью подписания четырехстороннего соглашения между регионами о взаимодействии при организации и проведении мероприятий по празднованию столетия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На встрече с главами субъектов Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Республики Адыгеи наш глава Карачаево-Черкесии Рашид Борисович Темрезов вручил приглашение детям из данных субъектов для того, чтобы они могли посетить наш регион, ознакомиться с нашим курортом Архыз, также посетить астрофизическую обсерваторию, провести экскурсию. Детишки приехали, это дети-сироты. Среди них есть и дети, которые отличились успехами в учебе. Ребята смогли насладиться природными пейзажами курорта, поднявшись на канатках на высоту почти в 3000 метров над уровнем моря, посетили монументальные храмы. Позвольте все-таки сказать слова благодарности, наверное, главе Карачаево-Черкесской республики, да, Рашиду Бориспиевичу, вообще за эту уникальную возможность посетить. Это же рай на земле, действительно. Спасибо. И находясь рядом, мы действительно это увидели. Мне руководитель центра сказал, что Министерство образования передает нам три путевки для лучших школьников, что необходимо выбрать самых лучших школьников для поездки в Архыз на 2 дня. Соответственно, я работаю в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей, и самых одаренных мы взяли, исходя из программы, да, посещения обсерватории. То есть у нас победители и участники, которые набрали наибольшее количество баллов в Олимпиаде по астрономии, прежде всего. Красивый вид из окна. Вот когда я выходила, получается, на балкон, было очень красиво, особенно утром. На канатке мы катались, когда вверх поднимались и вниз. Я уже не раз каталась на канатке, но вообще вид очень красивый. Центральной экскурсией стало посещение специальной астрофизической обсерватории РАН, крупнейшего в Евразии астрономического центра наземных наблюдений за Вселенной. Дети смогли увидеть большой азимутальный телескоп весом 850 тонн, ознакомились с принципами его работы, а также эволюцией Солнечной системы и всех известных небесных тел. Завершились познавательно-развлекательные мероприятия общим фото и вручением детям подарков. Мурат Сенкезов, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия. Сотрудники Прикубанского ОГИБДД провели разъяснительно-профилактические работы с автовладельцами, которые своевременно не переобули свой транспорт в зимнюю резину. Игнорирование правил, обеспечивающих безопасность практически всех участников дорожного движения, это уже не простая обеспеченность, а преступная безответственность, говорят полицейские. Ахмат Халкечев продолжит. Главная задача рядовых мероприятий – не карать водителей, которые не успели своевременно переобуть свой автотранспорт, а работа на упреждение. Ведь обстоятельства у каждого человека могут быть разные, и в каждом случае необходим индивидуальный подход. В основном обходимся предупреждениями, рассказывает старший инспектор по пропаганде Прикубанского ОГИБДД Заур Каппушев. С 1 декабря обязательно используйте зимнюю резину. Потому как в любом случае, в особенности это бывает у нас утром и уже вечером, дорога бывает очень скользкая. В любом случае летняя резина свои свойства, скажем так, теряет, и она такого сцепления с дорогой, как зимняя, просто не может делать, и свойства ей не позволяют, и поэтому необходимо использовать именно зимнюю резину. Кроме проверки колес на автотранспорте, полицейские ведут еще и профилактические беседы. В частности, сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей, что в зимний период сильно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения скоростного режима. В особенности нельзя терять бдительность вблизи пешеходного перехода и на перекрестке, говорят они. Это очень опасное дело. За рулем я много лет, 50 лет, так что я знаю, что это такое зима и все это такое, что менять надо. Безопасность должна быть. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите сериал «Склифосовский».